15 лет назад белья, то, которое мы создавали, в Украине просто не было. Клео – это стильно, это красиво, это комфортно и это для меня. И каждое слово имеет очень весомое значение. У нас есть уже определенный стиль, узнаваемый. Все, что мы вкладываем, это лучшие производители, лучшие мировые производители с известным именем, французские, итальянские, немецкие. За все это время развития марки, марка расширялась, мы расширяли ассортимент. Ну и мы пришли к пониманию того, что сегодня мы готовы открыть монобрендовый магазин, который представляет всю гамму продуктов для женщин. География развития будет очень широкая. Это не только Украина, но и другие страны. На ближайшие годы, наверное, это все миллионники. Это не только торговые центры, но, скорее всего, стрит-ритейл. Мы очень быстро, я думаю, увидим до сотни магазинов Клео в Украине. Мы сегодня здесь, потому что наша группа осталась совершенно без трусов. А человек без трусов, он не человек, вы сами понимаете. Поэтому мы сегодня приехали сюда и очень приятно удивлены, что это Клео, оказывается, наш бренд украинский. И мы будем его поддерживать. Раньше я выбирала более такие вот ажурные, кружевные, шелковые. А сейчас я смотрю, чтобы мне просто было удобно и практично. Чтобы ничего не чесалось, не давило. Короче, наконец-то найти нужный размер. Все, отдыхала и дышала, и наслаждалась полной грудью. Я выбрала купальник в цветочек, я выбрала много хлопкового белья в горошек и в полосочку. Я нашла здесь то, что... Простые вещи, но которые довольно сложно найти в других местах, это лаконичные вещи на каждый день, которые приятно носить. Я под огромным впечатлением от многих решений. Есть какие-то неуловимые фишки, которые, может быть, покупателю не видны, но которые однозначно видны специалистам. Это выкладка, это разноплановое оборудование. То есть, на самом деле, буквально все меня лично приводит в восторг. Я очень рад, что пришел сегодня на ваше открытие. А от лица эксперта, от лица Ассоциации ритейлеров Украины меня переполняет чувство гордости за то, что я нахожусь в магазине, в котором продукция произведена в Украине, которая сделана украинскими руками. В рамках большого торгово-развлекательного центра этот бренд будет успешен, он принесет полезную синергию и красоту в торговый центр. Хочется пожелать этому прекрасному проекту успехов, удачи и хочется большого развития, хочется видеть его везде. Самый главный подарок для нас и самое главное настроение, которое приносит, это довольны наши покупатели, потому что если мы угадали, если модель улетела и она нравится, то нет лучше похвалы.